Всем доброго времени суток. Март месяц пролетел прям вжух и все. Сегодня 31 марта, и я сейчас нахожусь на работе. Вот так неделя сложилась, что в четверг был выходной, причем я его начала с посещением нашего любимого магазина «Подружка». Там хорошо так подзакупилась. Мне очень хотелось обо всем этом рассказать, показать, обсудить. А то дома же мужской монастырь, где еще поговоришь о косметике, как только с коллегами на работе. Ну или вот с вами на канале. Девочки, всем привет. Вот, не сложилось. Так получилось, что и вчера в субботу был выходной. С утра ходила, закупала продукты, что-то нужное по хозяйству закупала. Ну и целенаправленно уже зашла в «Подружку», взяла там прикольную штуку. Мне уже коллеги женского пола на вид поставили, а чё ж я на работу не приволокла похвастаться. Ну вот дома быт мужчины, быт все от косметики отвлекает, а тут у меня есть 5 минут перерыва. Сейчас кое-что покажу, наверное, и вам тоже интересное. Оказалось, что не все люди в курсе, ну, во-первых, мало кто в курсе, что у меня в косметичке на работу, а не реже, чем 2 раза в неделю случается необходимость мне собраться дома, быстро накраситься, посидеть, поработать сутки в одном месте или даже в 2, потом встать, красивый, свежий, бодрый, опрятный, еще сбегать на работу, а потом уже долгий, длинный, заслуженный выходной посередине недели, пока все остальные торчат в офисе. Ну так вот, косметичка у меня эстра маленькая, вот, всего лишь 16 сантиметров в длину, в ширину я ее даже не измерила, сколько она у меня там. А, ну и чуть больше, ну где-нибудь давайте будем считать 11,5 в ширину, а тоже кучу всего с собой таскать неохота. У меня есть кисточка Кабуки от Ева Мозаик. Старенькая, давняя, но очень мне нравится. Тут все стерлось, но поверьте на слово, это консилер от Faberlic из серии ProLab. Это тушь 55-98, тоже от Faberlic. Шикарный дорожный вариант. Итак, комплект бижутерии, который я завтра одену. Так, а что у меня тут еще? Еще всякой интересной мелочи вагон. Да, пудра от Эстрат в цвете 11-11. Давайте я покажу. Я своим знакомым уже рассказывала, кто ищет пудру для абсолютной белоснежки. Вот Эстрат 11-11, это она. Плохого в пудре только спонжик, поэтому спонжик тут уже живет от фаберликовской пудры, а родной совсем никакой. Других недостатков у этой пудры не нашла. Так вот, что я, собственно, тут закрылась и начала снимать. Вот, девочки, бьюти-блогеры, наши обзорщики для любителей косметики из реальной жизни, а не из мира гламура, начали тоже приобретать магнитные палетки, их показывать. А тут, видите, написано Elf Eye Transformer. Это очень-очень старая палетка от Elf была. В ней было 4 рефила дуохромных, но таких очень спокойных дуохромов. Даже вот текущие дуохромы от Essence, они гораздо более яркие, более металлические. А тут очень-очень спокойные, и тут все опознавательные знаки стерлись. Я не помню уже, в каком году я покупала, может быть, в каком-нибудь 2014 даже. В общем, очень давнее палетище. Сохранившиеся рефилы я из нее вытащила. Так, где заготовленная полосочка? Тут есть вполне приличное зеркало. Все 4 рефила я из нее вытащила, и видите, сколько свободного пространства освободилось. И вот ради этого стоит собирать в магнитные палетки рефилы. Видите, на 2 суток взять с собой румяна, запас теней, работающих хайлайтером, очень удобно. То есть сама эта палеточка малепусенькая, буквально вот 5,5, насколько, ну, на 9 где-нибудь, на не. Больше, на 10. Но сколько все в нее ходит? Это целый рефил румян Рута, цвет 02. Ну, давний очень рефил. Может быть, они уже не такие в основной коллекции. Этот рефильчик без обозначений. Я раскурочила палетку Maybelline The Nudes. Пока она у меня жила, была долго и счастлива, она мне так надоела, что вот к ней в целом виде рука вообще не тянулась. Стоило раскурочить, как тут же она вот
пошла в дело покусочно. Это как раз вот Лана Светлана, привет, рефилы арт-деко. Это номер 441 и 277. Помнится, они мне когда-то достались из корзин подружковых. Вот вам сводчик. Такие они не очень яркие. Это сейчас я перед видео руки кремом мазала, поэтому цвет яркий кажется. На глазах очень спокойные рефилы для акцента цветного в дневном макияже. То, что надо. Вот. А за полную цену не советую брать. В общем, я просто ложе их пластиковое положила, точнее, на электрическую плиту положила кусок бумаги. Можно использовать плойку. Плойку я тоже использовала, но с электрической плитой как-то проще. Бумаги для выпечки, на нее тенюху в пластиковом поддоне и просто канцелярским ножиком так чпок, все отваливается, жидкостью для снятия лака горячий клей удаляется, все подписывается. И все отлично магнитится. Так, это и за хайлайтер, и за тени iFoils HD Bar. Цвет самый светлый из этого набора. Это пятерки рефилов с Revolution Beauty. Ну и последнее, это цвет от Limoni. Полтинник. Очень красиво, с фиолетовым подтоном, такой коричневый, с мерцанием, с таким встроенным. Выглядит в рефиле, на глазах, ну, гораздо спокойнее. Давайте вот этот цвет тоже посвочим. Maybelline не свочу, во-первых, потому что Maybelline The Nudes старая палетка, у многих она есть, во-вторых, цвета такие, что их как-то и не особо видно будет. Такие очень-очень самые два нюдовых рефила я выбрала для растушевки. Это, видите, какой жирный, прям вот фольга фольгой. Вот, собственно, что я хотела показать. Хотела показать, как легко, раскурочивая тени и экономим место, и получаем практически бесплатную палетку. Потому что вот эти магнитики, сейчас я не буду отрывать, чуть-чуть отогну только. Вот. Там двусторонний скотч обычный прилеплен. И это магнитики с холодильника. Я их сняла, удалила верхний декоративный слой и вот ободранной частью приклеила на двусторонний скотч. И все шикарно магнитится. Вот, пожалуйста, берем с собой румяна, берем с собой тени, берем с собой еще тени. И мелкие рефилы. Теперь это моя навязчивая мысль, где бы и каких бы мелких рефилов еще наломать. Подумываю, даже по баллам может взять подешевевшие фаберликовские пузыри, их почистить. Ну вот Лана Светлана написала, что, точнее, сняла и показала, что как-то они не очень магнитятся. Так, теперь надо вспоминать, как у меня это все было. Ну ладно, сейчас покажу. Вот. Трясем, ничего не вываливается. Так, теперь надо собрать палетку обратно. Это мое теперь хобби по вечерам, когда есть время и настроение, собирать палетки теней. Так, ты сюда входишь. Так, а ты... Вот сюда входишь. Ты сюда входишь. Так, ты сюда. Ты куда? Так, ты не сюда. Ты, значит, куда? Так, как у меня было. Надо видео перематывать, смотреть, как было. Так, а может быть, вот так было. Вот. Так или не так, не знаю. Но вот палетка опять собрана. Всем пока. Всем, кто ходит на работу по нескольку суток, у кого бывают часто короткие поездки на 2-3 дня, всем советую разобрать свою коллекцию румян и теней в такое состояние. И пока будете собирать, я думаю, у вас тоже вот таких остовов, в которых сохраняется и место, и зеркало, и замочек, накопится прилично. Поэтому не торопитесь покупать маленькие магнитные палетки. Они у вас самозарядятся, пока разберете всю свою коллекцию теней. Всем пока, хорошего выходного. У кого не выходной, а рабочий, тем хорошего рабочего. У меня перерыв заканчивается. Мне пора. Пока.